Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Это очередной выпуск игры на SumPRP серверах. Чем мы сегодня займемся? Сегодня я покажу вам фрагмент видео, как я встретил двух нонрпшных копов, которые после того, как сказали, чтобы я остановился, когда начал останавливаться, начали по мне стрелять. Хотя даже до этого там уже коп вылез и начал просто меня жестоко расстреливать. Я еле уехал, в общем, смотался от них, все нормально, как бы. Вот, на этой, кстати, по-моему, таксишке, да, на этой. Вот. И вступлю в охрану мэрии, потому что недавно объявили, минуты 3-4 назад объявили то, что призыв в мэрию идет. И буду охранником мэрии. Буду ее охранять, стоять на постах, хотя там видео будет выходить меньше, потому что, ну, сами посудите, то есть стоять на одном месте и смотреть, как что-то делается. Нет. Я не знаю, просто там действительно там стоишь на одном месте, ни хрена не делаешь, и толку от этого ноль. Так, ладно. Давайте попробую, в общем, еще ловить дома по госцене, но у меня мало что выходит из этого, ё-моё. Да, вообще практически ничего не выходит. Ну, домов вообще мало слетает. Ну, я и не ловлю сейчас особо. То есть, утром я дома вообще не ловлю. Потому что толку у меня от этого нету. Да и не сижу я в данный момент утром. Вот, потому что задротил в Майнкрафт, а там вайпнули сервер. И теперь все снова сам ПРП здорово, так сказать. Вот. Так. Чё, дальнобойщик, ё-моё, я скутериста сбил. Ну и хер с ним вообще, не хер лезть под колеса, говнюк. Так, нормально. Кстати, начали захватывать гетто Вагас и чит-составом своим. У них, так сказать, очень хороший чит-состав. И, ну, действительно, они так палятся. Я помню, как-то в Ацтеках был. Вот, когда у нас была Тера, не было админов, тупо. Вообще никого вообще, ну, не было, все там. Только, так сказать, толпа на толпу, и реально там три ацтека прибежала, расстреляла наших половину, как железо, как будто они были, я не знаю, просто смотрел и хренел со всего происходящего. Ну, потом, разумеется, мы их убили, потому что у них был Клео ГМ, а Клео ГМ, как, думаю, практически все знают, пробивается без скилловкой, то есть на там, где у вас нет скилла, можете стрелять по ГМщикам, они пробьют. Если это, разумеется, не собеет, о, мент, думаю, он в погоню за мной не пустится, потому что у него нет брони, он умирает, ну, понятно, почему он не пустится, короче. Еще, кстати, хотел сегодня купить дом на Винвуде. А, но после того, как я спросил цену, я сразу передумал. Дом Б-класса, но цена этого дома 2,5 миллиона вирт, а у меня всего 2,3. То есть, ну, даже если бы я скопил там где-нибудь, занял кого-нибудь, ну, все равно мне этот дом тупо не нужен. Б-класс, я лучше подкоплю там как-нибудь подкоплю, в общем, немного. И уже где-нибудь через недельку, через две у меня будет там 1,3-4 миллиона. Хотя на 500 подписчиков я уже готовлю розыгрыш. Пока не знаю, сколько буду разыгрывать, но это посмотрим там уже в общем, по делу. Так, сейчас нужно уже ехать в мэрию, а то скажут, типа, призыв окончен и все. Так, ладно, вообще пофигу, что тут-то, как тут. Так, поехали в мэрию, меня наконец-то примут, я буду хоть где-то работать. В данный момент я работаю только вот таксистом, да толку вот мне с этого таксиста, вообще мне не улыбается работать, а там я смогу перейти на должность адвоката, на должность начальника охраны, который зарабатывает по 12 тысяч. Вот. Ну, адвокат зарабатывает, конечно, больше, он где-нибудь по 70 зарабатывает сейчас, смотря сколько выпустит. То есть, если он большие левелы, большие уровни выпускает, то само собой, у него и зарплатка нехреновая идет такая. Так, я надеюсь, у меня ломки нету. Если у меня есть ломка, это обидно очень. Вообще полный аминь. Нет, у меня ломки нет. У меня 139 нарков. Ну, это, в принципе, ладно там. Нифига себе она, это Алина, ё-моё, проверила. Белагио. Ну, нормально. Неплохой бизнес, только его уже кидается отсюда раз 40. Так. Где-то тут, по-моему, идет прием. Так, здравствуйте. Я бы хотел вступить в охрану. Что же, все закончилось, что ли?
Так, где прием в охрану мэрии? Где прием в охрану мэрии? На... Так, ладно, побежали на другие этажи. Проверим, потому что здесь, по-моему, нету никаких вообще приемов никуда. Так, ну тут тоже никого нет. На четвертом этаже, скорее всего, там принимают. Как-нибудь сейчас очередь, наверное, стоит тут. Никого нет. Стоп, я, кажется, знаю где. На втором этаже, в отдельном кабинете, я так понимаю, там прием идет. У меня 9-й левел, меня должны принять. У меня скоро даже 10-й, через 14 или 16 часов. Не знаю, так. Ну и где, блин? А, стоп. А где прием? Капец. Ай-яй-яй, обидно. Где прием в мэрию? Покажите мне, где прием. А то есть сейчас все пропущу, а потом скажут, типа, мы не принимаем из-за того, что как бы вы опоздали там на секунду, а я тут бегаю по всей мэрии, ищу, где приемы. Хотя, стойте. Где прием охраны мэрии? Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Покажите, пожалуйста, где прием в охрану мэрии. Где прием? Где прием-то, ё-моё? Стоп, тут? Эрик, Алина. Нету. И где? Аннулировал права. Чего? На нахрен. Где прием в охрану мэрии? Ё-моё, ну ответь ты. Сложно, что ли? Тебя тоже же принимали только что. Ё-моё. Или это типа закон подлости, кто не успел, тот опоздал, или как вообще? Где прием охраны мэрии? Ну примите вы меня. Где прием в охрану мэрии? Ну где, ёп? Где собеседование, где прием, ё-моё. И чё вот он? Офигеть. Ну и чё делать? Так, стоп, а кто там этот? А, блин, тут только призывной пункт остался. Капец, надо было посмотреть, кто там набирает, а так я вообще не знаю. А, он дир прописал, точно, нужно дир прописать, лидеры. Мэрии лидера нету, принимают, наверное, замы. Где прием-то, ё-моё? Так, где прием охраны мэрии? Ну скажи ты, тебя ж по-любому... Чё он? Мужик, дай пройду, спасибо. Смени форму, ёлки-палки, где же тут? Вот, мне кажется, не... Блин. Где прием охраны мэрии? Скажите, ё-моё, чё вам так трудно, да? Трудно, что ли, сказать? Ай, капец. Сказали в 17:00, уже прошло. Чего? Какого хера? Почему поздно? Офигеть. Короче, мне так кажется, у нас неудачно... Дай пройду. Все, спасибо. Неудачно у нас получилось, то есть нужно искать зама. Говорит, что опоздал типа там на собеседование, чтобы он меня принял. Ну хотя вряд ли он меня примет, скорее всего пошлет куда подальше, скажет типа ты опоздал, иди лесом там. Все тому подобное. Так, стоп, секунду. Чего? Сам иди за банк. Блядь! Да ё-моё, ну чё за...
Офигеть, он лучше в ПД пошел, серьезно, ну. В ПД, для ПД армия нужна, а в армии уже я не могу не просидеть. Как бы я один раз был ефрейтором, но меня оттуда выперли за самовол, типа, я бежал за сливщиком формы, и как-то это все произошло. Ай, капец. Была там, по-моему, в Светик Фролова это. А, нет, стоп. А, да, Фролова. Так. Я хочу стать охранником. Чё, иди, я тебя сейчас ухандошу. Так. Какого нахер адвоката? Мне бы хотя бы на... в охрану мэрии. Прими. Вы проводите собеседование. Вы проводите собеседование или нет? Ну, нормально, Адамус ему. Пошел, еще неграмотный. Блин, что, трудно ответить, что ли, человеку тут? Ну? Ёлки-палки. А это сейчас задемит меня по-любому, я тут написал что-то смс-очку. Либо в армию идти, либо в охрану мэрии. Хотя в охрану мэрии я уже давно хотел, а... и тут в армии уже был, и в той, и в той. Но... Чё ты лыбишься? Чё ты смотришь на меня, Харри? Давай, давай. ДМЗЗ, давай, стреляй. ДМЗЗ, фра... На, нахуй. Рамис, вы проводите собеседование. Ну, собеседование, ну давай. Рамизу скажу. Смешно. Сейчас этот Рамис его уволит нахер и все. Вот, во. 170. Почему? Ё-моё. Я куплю. Ну, прими, ёб... Ну лично, ну куплю прям сейчас. Ё-моё, лицензия на оружие. Ай-яй-яй, капец. Ну. Что, что, Диего, Диего. Ты вообще рот. Бомжара, вообще бомж, бичара. Мать твою, блин, говнюк лысый. Иди отсюда вообще, не трогай меня. Срочно, нарко, 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 опа. Сби, 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 все, побежали, 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 побежали. Пошел ты нахер, лысый. О, мусорок, хоп, мусорок. Иди сюда, пидорок. Чувак, если что, я случайно... да, детка. Адамуса. Побежали. Все, кранты Адамусу, короче. О, и тут кого-то... Бомжи вяжут! Бомжи! Ай, собака, блин, вообще. Ну, в принципе, ладно. Бомжа вяжут! Чтоб ты... А, не, пусть вяжут. Это можно. Это тебе адекватный бомж. Это, о, султанчик. Ну-ка. Цена год. Может, даже сейчас султан приобрету себе.
Ну, скажи ты цены. Кстати, что у него за диски? О. А, ну, 74-й год, неплохо. Может, даже куплю, а что? Что такого-то? Султан 74-й. Убью дальше его там, а там... Ну, не продаешь, так иди нахер. Он с ментом договаривается, со Стиви, с этим. Он барыга по-любому. Толку от всего того, что он здесь вот стоит сейчас и со Стиви разговаривает. Не хочу пока, блин, не хочу пока. Ломается как целка, я не знаю. Так. В общем, ни хрена нас не приняли в этот. Ай, как его. В мэрию охранником, короче, снова продолжим воевать с НРП, и снова, не знаю, с НРП война, это как-то офигеть. Убивать всех НРПшников, это я себе столько звезд навешаю, что офигеть. Ну, просто очень много. Под конец, кстати, видео будет фрагмент из того, что я там ехал по правилам дорожного движения, считай. Ну, по ПДД все нормально, и менты, короче, ко мне прикопались, начали стрелять по мне, ё-моё. Орать типа там, остановите немедленно машину, иначе мы вас поимеем, а если остановитесь, то стырим права и все равно поимеем, у вас выборно. Вот. В принципе, разницы, вот, я не знаю, вот, перед ментами останавливаться нет никакой, народ, вот запомните, никогда не останавливайтесь, если вам пишут, типа, остановите немедленно машину, никогда не останавливайтесь, потому что в любом случае у вас заберут права. И в любом случае, либо повесят ЗВ, либо заставят платить штраф в размер, там, я не знаю, ну, 1005. Некоторые люди от этого, конечно, откажутся, им дадут ЗВ, их посадят. Разницы нет никакой. А тут хотя бы есть шанс сохранить права, но получить ЗВ. А ЗВ это так, фигня. Как одного человека убил, вот тебе и 3 ЗВ. Так что это все, толку от этого нет. У меня, кстати, на скине написано так, на груди так прикольно, ЛС. Лос-Сантос, по-моему, или не Лос-Сантос. Кто его знает вообще? Он нигер толстый, бегает тут такой блатной. На рожу себе он нажрал. Кстати, я себе в будущем хочу какой-нибудь скин купить. За, не знаю, за миллион, за миллион два. Там. Это уже в будущем, не знаю, в данный момент. Если я себе такой скин позволю купить, то у меня останется всего 300 тысяч или 1,3. Так что мне пока не надо. О, бафе говно. Говно. Так. Нужно, в общем, приобрести машинку. Правда, у меня нет дома, но машину можно приобрести. Чего? Можете дать 1К, прошу, на перезатку почек. Перезатку. Ай, на что только бомжи не идут, я не понимаю, вот как так, не проще просто сказать, эй, мусор, догони бабло. К сожалению, у меня нет, идите работайте. Какой плохой мент. Сэр, ФК сразу Стиви, блин. Кстати, у Стиви вот эта вот нехеровая такая форма, мне это доставляет удовольствие, такой усатый мент, этот, полковник, ё-моё, полковник он. 3 звезды, 2 полоски. Нормально, полкан. Милиция, ППС. Рация. Дигл. Хотя это, по-моему, у него не дигл. Сбоку уйди, бомжара. Это не десертыгл. Десертыгл какой-то большой у него нет. Так, это. На банкомат. Чего? Не банкомат, простите. Банк. Банк за дорогой. О. О, это что, это... Еще одна девушка, которая насосала на Инфернус. 65, что за... 11 левел, да ладно, не, ну инфу. Хер знает, какого года сейчас, секунду, даже годик посмотрим у нее. Открывай! На... Не, с ГМКаром по-любому ездит, если сейчас админ проверить, может, и варм дадут. Я помню, как-то баба, короче, ну, нормально, реально девчонка в скайпе, все. С ГМКаром так гоняла вообще. Ну как, приезжает она на Ацтеке, а мы стоим, все там.
У меня на старом канале, походу, там где-то было видео, то есть там, где она с ГМ-каром спалилась. Ну, ничего, так на Супре заезжает, все такая блатная. Типа ган купить. Ну, я начинаю по ней стрелять. Так 11 раз выстрелил в колесо, чисто случайно. Да, чисто случайно 20 раз выстрелил в колесо. И с колесо пробил, хоп, оно опять починилось. Такой, нихера типа себе там. Вроде девушка, все нормально, а какого хера она с ГМ-каром юзает, это как-то странно. Ну, она 11 левел, и потом бан дали, так сказать, подарочный. Так как на форуме еще жалобы принимались, сейчас там что хочешь, снимай, не снимай, все равно никакой вар, ни бан, ничего не будет, если только админ сам спалит, тогда уже понятное дело, что забанят, заварнят и все что угодно сделают. Вот, а раньше это работали жалобы, работали, то есть скриншоты, я взял видео на YouTube кинул, а там друг заметил, кинул админу и ей, короче, бан дают. О, капец, она в скайпе написала, типа, все, ухожу сам ПП, потом она админу там знакомому написала, ее разбанили, она уходит на другой сервер, ей офбан и дел аккаунт. И все. Сразу. Там еще, помню, она что-то в скайпе звонила мне еще. Что-то говорит, мне аккаунт удали, я такой, я знаю. Ну, там не стал, типа, не стал говорить то, что с помощью там моего видео, она потом сама заметила это видео на канале и. Реально жутко. Ну как обычно еще. Человеку удалили аккаунт 11 левела. Она еще, помню, орала там на мэрии, прикиньте, такой прикол, девка прибегает, да, допустим, я говорю, отсосу за 100 тысяч, это вообще... Это капец, последний полный аминь. На нахуй. Вообще, бомж бежал, никого не трогал, это взял и... сбил его. Хотя нет, бомж виноват, он выбежал на встречную полосу, он вообще выбежал на дорогу, он спер мотоцикл. Вообще этот Стиви должен быстро сработать, посадить мента на 2 года. И как бы и этого должен посадить. Мент ударил мента, это правильно. Это правильно. Так и должно быть, хули. А как по-другому? По-другому никак. Ну а на этом я заканчиваю видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока. Добрые войны, солдаты России, герой своих городов. Единая идея, сплоченные силы, защитники уличных фронтов. Просто забывая, не чувствуя боли, готовы отдать свою жизнь. Чтоб всех посмешают и гулят отчизну, навеки бы перевелись. Когда на землю лежит снег, целая злобная метель, никто не в силах удержать слезу раздачи и пиздюлей. Пусть каждый блядский русофоб трясется бешено в углу, осознавая тот момент, что скоро схватит поеблу. Поднимемся все как один, борьбу продолжая, не зная преграды, мы свергнем еврейский режим. Пощады не будет предателям, трусам, желающим рабство принять. Рожденный быть белым, залить гордо русским, мы вместе и нас не сломать. Когда на землю ляжет снег, самая злобная метель, никто не в силах удержать раздачи пиздюлей. Пусть каждый блядский русофоб трясется бешено в углу, осознавая тот момент, что скоро схватит поебу. Пока бьется сердце в груди патриота, пока он стоит на ногах, он будет бороться за честь и свободу и резать врагов. А вот еще одна нанорпешная харя. Смотрите в чат. Чувак пишет, сэр, можно ваши документы? Я ему внятно отвечаю, нет, вы охранник, а что так? А вы преступник, я вам не обязан их показывать. О, да-да-да, короче... вы много на себя берете. Он действительно как-то много на себя берет, то есть он охранник, он должен стоять на посту и
а просто ни хрена не делать. А он, типа, герой такой. Так. Со всего вам положено стоять на посту. Вот и стойте. Так, ко мне, чтобы не лезли. Так, ну как-то вот так вот, в общем. Здравствуйте, нифига себе, он капсу написал. Все, иди отсюда. В общем, разговор вот таким вот закончился, но это как-то действительно по ННРП, то есть он мне написал, а вы преступник, то есть как он может видеть, я вам даже не показывал документы, а он видел, типа, а я преступник, и чё? Это охрана мэрии, получается. Каким-то вообще магов набирают, я не знаю, из Хогвартса их что ли взяли сюда. Это странно, конечно. В общем, всем пока.